наблюдаю постоянно. Такое ощущение, знаете, вот душу накапать человеку, насрать, нет. Насрать, грубо говоря. А чего вы в Донбасс не поедете, а? А почему не там? А я уже повоевал, не хватит. А я за мир во всем мире. Да вы что? Да. А, вот такие дебилы. Там и предают, блядь, таких. Добрый вечер. На тротуар заехали. Еще нет. Уже, да. Пожалуйста, покиньте тротуар. А что вы ее не пускаете? Здесь машины каждый день стоят. Нарушают. Каждый почему? День отсюда эвакуируют. Никогда. Потому что здесь тротуар. Послушай, я здесь вот снимался, вот здесь снимался, на ТикТок или как ваше, зимой. Вы активисты какие-то, да? Каким активистом? Вы просто люди. Нет, я просто вижу, люди. Что вы люди. Но. Ну, это дорога, дорога, вот разбитка. А проезжая часть, вот да. Нет, ну и что? Здесь у вас еще на свете не было, у вас никого на свете не было. У меня 47 лет. Освежите свои знания. Освежите свои знания. Уважаемые. Если вы сами не согласны, пойдемте за инспектора, он вас проконсультирует. Да не надо, там никого нет. Пойдемте. Никакой инспектор. Я никогда не вру. Пойдемте, там сейчас эвакуаторы работают. Ну и хорошо, что вы это. Ну так вы же значит, не согласны значит, с этим. Пойдемте, вас просветят. Значит, послушай сюда, надо поставить. Да какой там обученный человек? ДПС? ДПС. Это вы о чем? Магазин не заплатил ментам или кому? Я хочу с вами поспорить. Я могу поспорить, да. Да, машины утаскивали. Утаскивали машины. А почему утаскали? А почему? Сейчас, одну минуту. Тротуар здесь. Парковка со стороны Сизова. Вот это нормальная дорога была. Слушай, ты лучше веснули. Где давай это, где твоя камера? Снимай я сейчас наконец-то. Лучше вы ловили самокатчику и велосипедиста, который вон, смотри, вон он едет. Пойди в него, почему он ездит здесь? А? Он имеет право. Не имеет права. Не имеет права. Не имеет по дороге не имеет. Слушай. По какой дороге? Вот он, смотри. Даем. Вот это нормально вот едет, да? А? Это их право. Их право. Велосипедист, самокатчик имеет право двигаться по тротуару. Здесь делается по наводке. Сказали убрать, значит магазину не понравилось что-то. Пойдем в магазин, интервью возьмем. Ну вам надо, вы идите. Нет, тебе, не с тобой пойдем. Я здесь, я гуляю. Пойдем с тобой. И мы сейчас спросим, что ты такой прогульщик, как я, а что ты микрофон держишь? Хочу, нравится. Нравится, да? Да. Так вот я тебе сейчас объясню, чтобы ты знал на будущее. Потому что это кому-то не понравилось, а кому-то в магазине заплатил. Кому он не заплатил в магазин? Объясняю. Кому не заплатил магазин? Зимой я здесь снимался, в красной. Послушай. Здравствуйте. Сейчас на движение стоп-кам СПБ. На тротуар пытаетесь заехать. Уже заехали. Так здесь же вроде парковка. Нет, парковка со стороны Сизова. Видите, вот я тоже с ним спорю, что кому магазин задолжал? Администрации? Ну вот я тоже не очень. Я тоже не очень. Ну давай сейчас посмотрим. Вот у них камера. Идите сюда с камерой. Подходите сюда. Послушай, я зимой вот здесь тоже никого не пускали, а потом через два дня они стояли, а потом все машины также ставили. Понимаешь? Логично. Я когда в магазин пришел, они сказали, администрация потребовала с нас деньги. Они сказали, дули вам. Это правда. Понимаешь? Уберите, пожалуйста, автомобиль. Дурачки. Так вот смотри, там вот этим... Я на Ютубе буду. Утюг, так вот я в Ютубе-то снимался. Здравствуйте, общественное движение Стопхам СПБ. А вы зачем на тротуар заехали? А с чего вы взяли, что тротуар это парковка? С определения. А где знак парковки? А где знак пешеходной зоны? А мы не говорим, что это пешеходная зона, мы говорим, что это тротуар. Вы не правы, это парковка. Да вы что? Ну хорошо. Давайте я вам тогда официальный документ покажу. Дорогу. В котором четко написано. В соответствии с техническим паспортом Бестужевской улицы вдоль дома 9 литера территории, непосредственно примыкающей к газонам, расположенным вдоль проезжей части, является тротуаром автомобильной дороги, средняя ширина которого составляет 4,9 метра. Но если вы машинку не уберете, у вас будет наклейка на лобовом. Ну ты это вы своим детям скажете. Это я тебе говорю. Маме своей так можешь сказать, папе, кому угодно, мне не надо что так говорить. Что ты про мою маму хочешь сказать? Я сказал, вы так можете говорить своей маме, папе, родственникам, детям. Слышь, ты, олень, ты мне будешь указывать, не чем ты, мне говорить. А вы. Петух, это вы своим друзьям скажете. Петушина, ну вы по себе людей не судите. Пойдем со мной побеседуем? Да нет, я не петух, как вы. А что ты ссышь, блядь? Нет.
Почему? Куда отходить? Я здесь. Пойдем. Так я здесь, зачем отходить-то? Без камер, а вы что, камер боитесь? Не люблю. Машину убирайте, иначе сейчас стикер будет на лобовом. Соси, батман. Оформляй. Отошел. Отошел. О, полиция. Нам мчится. Данный гражданин на автомобиле заехал на тротуар. Ему сделали замечание. В ответ человек... Угроза битая от него была? Да, не битая, а примерно чуть больше палочка, дубинка, чем у вас. Он не хотел покидать тротуар, матерился, оскорблял. Получил наклейку на лобовое стекло, вышел вот с этой дубиночкой и начал на людей бросаться. Ну, в целях самообороны применили спецсредства. Вот сидит теперь. Ждет стоп, вас. Стоп-хам, СПБ. Как себя чувствуете? Отвратительно, ничего не вижу. Так, а вы с целью заезжали сюда? Парковаться. С какой целью? Запарковаться. Вот сюда, куда обычно, перед пятерочкой. В курсе, что на тротуаре нельзя парковаться. Почему? Всю жизнь все паркуются. У меня нашла слезная перепалка, двое из них меня баллончиком. Так, ну они сказали, что вы чем-то им угрожали, каким-то предметом. Он меня наклеил на машину, вот эту х**. Когда я уже сдавал назад. Я из машины, естественно, выскочил. Всю жизнь здесь все парковались, никому ничего не мешало. Так, угрожали, как понял, вот этой палочкой, да? Я вышел их отогнать, никого из них не ударил. Вам кто вообще позволил кидаться на машины, козлы, блин? Документы так. Ваши будьте любезны. Мужчина, да. Ну, вот такое общение было, это еще в мягкой форме он высказывается. Кто там сказал, мою мать оскорблял? Нет, а? Вы обзывали меня, я сказал, так обращайтесь с своими родственниками, с родителями, с мамой, с папой, с детьми. И кто такой, чтобы вообще тут указывать? Есть полиция. Документы ваши предъявите, пожалуйста. Ранее какой-нибудь ответственности привлекались? Нет, паспорт. Юрий Валерьевич. Да. Сейчас будете доставлены в отдел полиции для составления протокола, затем про нарушение. Статья 20.1, мелкое хулиганство, то, что ругались матом, угрожали дубиночкой, будете доставлены в отдел 21, вот здесь, Кондратьевский, 87. Рядышком. А, замечательно. Машину то есть на меня оставить? Напали, я еще виноват. Ну вы махались палочкой и ругались матом. Во-первых, на меня также ругались матом. Мне испортили машину. Других я не слышу, а вот вас слова я слышала. Мне машину-то надо было перепарковать. Ну, я перегородил всю дорогу. Вы плохо видите, вам, к сожалению, сейчас не перепарковать. Просто ему за вот эти его жесты еще наклеечку наклеим. И все.